тайное место. И попробуем еще раз, последний раз, забросить удочку и дождаться, ну, хоть какой-нибудь поклевки, друзья. О, друзья, есть поклевка. Это замечательно. Есть гадюка. О, опять что-то большое. Достаточно большое. Ну, друзья, вы все сами видите. Понедельник. Я не вижу поплавок, тут бликует экран. Потихоньку, полигонечку. Совсем не вижу поплавок, черт возьми. Ну, а вот и трофей, друзья. Свершилось. Гадюка обыкновенная. Кило 200. И сейчас мы посмотрим на наш с вами опыт. Друзья, 5000. Внизу шкала линейки. И как видите, профиль у меня, то есть мой разряд, поднялся к 14-му. Это победа, друзья. Все, что я планировал, у меня получилось. Вернемся на базу. Давайте я продам. Вот еще полюбуюсь сейчас вместе с вами на эту гадюку. Вот слово трофей, вот ее вес. И отпущу я сейчас этого гада. Shift-E. Исторический момент. Мучились мы долго очень с этой гадюкой. Мы все сделали для того, чтобы ее поймать. И вот вам награда нам. Отпускаем мы ее. Карма плюс 10. А мне больше не надо. Итак, друзья, давайте посмотрим, чего мы достигли с вами. Как я и говорил, то есть 14 разряд опыта у нас. И еще сюда у нас ляжет, друзья, 13 тысяч. И еще где-то будет 2-3 шага вперед. То есть какой 2-3 шага больше? 13 тысяч у нас ляжет. Сейчас у нас 9, мы 14 имеем. И еще больше этого количества. То есть у нас разряд будет очень высокий, друзья.